расскажи о себе-то. Как ты пришел? Как ты научился? Это все-таки традиция, видишь, народная. Вот как бы ритм, когда подбивает, тем более под дудочку. Ну-ка, расскажи. Ну что, я занимался спортом с 1 по 11 класс в детской спортивной школе. Какой-то у тебя разряд был? Да, в 11 классе. И какой вид? Какой вид по спорта? Спортивной гимнастике. Ага, ну, защитил мастера спорта по спортивной гимнастике. Да. И за сборную Томска выступал, когда в институте. А занимался, когда я спортом, у нас в группе был моряк. И он у меня научил эти пляски. Я сочетание спортивных, акробатических номеров и все совместил. И выступаю сейчас с плясками. С плясками на конкурсе «Игра и гармонь. Душа России». Неоднократно выступал в Барнауле, был лауреатом конкурсов и защищал честь Алтайского района. Володь, ну а как, больных-то ты иногда учишь, когда вот с нервами к тебе приходят-то, да? Нервотики всякие, нервозники. Но дело в том, что мне помогает эта пляска, что я больным говорю, что надо двигаться. Надо двигаться, да. Здоровый образ жизни, чтобы не полнели. Они прислушиваются и, смотря на меня, и выполняют все мои рекомендации. Спасибо, Володь.